Вот выходим на трейл, называется Iceberg Lake. Озеро Айсберг. Много предупреждений про медведей. Как обычно, замануха. Никаких медведей там, наверное, нет. Я надеюсь. Так, я ковбой. Марта вооружена и опасна. Дурачек его пристал. Слушайте, это озеро называется Iceberg Lake, и оно оправдывает свое название. А еще вот эти стены перед нами, они очень высокие. Я не знаю, я не припоминаю, чтобы я где-то был в таком амфитеатре из таких высоких стен. Блин, я могу совершенно точно сказать, очень круто. Реально озеро с айсбергами. Там лось в деревьях, вон там вот. После хорошего хайка можно иногда и употребить пару тысяч калорий, да, Мартухин? Можно. Прекрасное утро, 5:30. Это мега популярный трейл, один из самых популярных трейлов в Glacier National Park. Мы приехали в 5:40, 5:30, и людей почти нет. И идти сейчас очень даже приятно. Тут такой загадочный полуповаленный лес. А лес такой загадочный. А лес такой дикой. Задумчивый. Мы дошли до конца, и там просто ничего не было. Написано было End of Trail. Конец тропы. Озеро, у которого интересное название Лавина. Озеро Лавина. Красиво. Уже собралось очень много народу. Очень много. Да. Просто дофигища народу. Мой шандон шампанский, Хеннесси, типа Дон Периньон, типа Вов Кліко. Ну тут вообще трейлы отличные. Прям сделано все для людей. Очень хорошо и очень красиво. Да, пожалуйста, смотрите, Марта демонстрирует, как можно тут сесть и отдыхать на фоне красоты. А вот кедр, как у нас в Вашингтоне. Большой и красивый. Даже вот написано что-то про него. Да, это из зимнего холодного времени переходит в теплое. Лысеет. Пробили бедному козлику или козлихе ухо. Причем оба уха пробили. Еще ошейник повесили. Вот еще одна позирует. Все.
Ну что? Идем мы на гору Оберлин. Тут трейл, который не поддерживается и не анонсируется. Я сегодня спросил у рейнджера. Рейнджер говорит, тут есть такой трейл, я на нем была, но сказать вам, где он, я не имею права. Но это, кстати, очень хорошо, потому что тут очень мало людей. Там парковка визитор-центра. И прямо возле парковки вот этот вот скрытый трейл. Хождение по сыпям, прям как нас учили. Тут вот столбики и никого. Вот это, блядь, что-то за хай такой. Фу, тут немного пришлось поскрамблить, блин. Наверное, любителям скрэмблинга понравится здесь. Все, вершина. Я сделала это ради живей. 3-5. Emerald Green. Бежевый салон. Да, красиво здесь. Начинался, как обычный такой хайк. Сначала пологий, потом чуть круче. А потом лазили по камням. Ой. Такой, как Жора говорит, скрэмблинг класс 3. У нас очки и скалы там. Супер. Мартин на самой вершине. Сейчас посмотрим, как спуск будет. Говорит, Мартин веселый будет. За нас ждет. Коза очень красивая, надо будет ее чешется он. Такие цветы. Называются горные лилии. Их корешки вроде бы едят медведи. По-моему, козы их тоже едят.